Друзья, у меня до сих пор руки трясутся, я в шоке, у меня первый раз такой. Походу, что-то серьезно клюнул. Смотрите, я весь мокрый, воду пошел. Худ... Пшено. Вот такая вот прикормочка у меня сегодня. Запах такой, друзья, похож на шоколад. Один крючок, друзья, у меня, по-моему, 6-й номер фирмы Catcher. Насадим на него самую популярную насадку лещевую. Это опариков. Я где-то 4-5 опариков насаживаю обычно. Ну и на такой большой крючок. Как бы пучок получается. Ну и хорошо по лещу работает. То ли, как говорится, один танцует, то ли 4-5. Я думаю, они будут лучше привлекать. Ну, смотря какое настроение, конечно, у леща. Но обычно, если лещ собрался на корм, то он обязательно такую ножовку съест. Забьем нашу кормушку. Первый заброс сделаю. Корма побольше. На второе удилище вот забил корма в кормушку. И вот посадил кукурузу. Смотрите, друзья, кто ко мне пришел в гости. На. А. Ай, ай, да. На. На, оп. На. Ням-ням. На. На. Кушай. Кушай. Смотрите, друзья. Пришла. Кушай, кушай. О. Взяла. Друзья, она снова пришла. Оп. Уходит, смотрите. Айда. Кс-кс. Вот она, смотрите. Хитрая. Она за вторым куском пришла. Вот. Набери. Оп. Второй кусок взяла. И ушла. Смотри, она... боится. Такая маленькая, худенькая. Бери, бери. Я ушел. Друзья, короче, у меня удочка вот так стоит. Вот так. Вот так стоит удочка, короче. Я сижу, леску заматываю, наматываю. И раз, короче, удочка. Такая поклевка вот такая. Бу-у-у. Удочка слетает, короче, вот сюда падает. Вот сюда. И, короче, поплыла. Я что делать, короче? Нифига, думаю, кто там клюнул. В воду. Ну... Друзья,
походу что-то серьезно клюнул. Смотрите, я весь мокрый, воду пошел, удочку стащил. Ого! Вы что там? На кукурузу, друзья. Видимо, этот сазан. Ого! Смотрите, друзья, я не могу вытянуть. Я не могу. Ого! Что там? Ого! Друзья, удочку мою утащил. Нифига себе, что там? Офигеть. Фрикцион немножко сбавлю. Ого, друзья, вот он бьет. Возьму-ка сейчас. О, друзья, смотрите, куда он повел. Вон, смотрите, удочку забирай. Нифига себе, что там? Подтяну немножко. О, сойдет. Смотрите, друзья, удочку как гнет. Не могу. Что там? Ой, дай бог, чтобы не сорвался. Офигеть, смотрите, друзья. Что там? Офигеть, друзья, что-то там попалось. Нифига себе. О, пусть немножко пошляется здесь возле берега. Здесь еще, друзья, сидит. Ай-яй-яй, друзья, в траву. Вон что-то показалось. Смотрите, друзья. Ой-ой-ой. Смотрите, там что. Найду-ка себе воду нафиг. Ой-ой-ой, не знаю, что это такое. Сорвется, наверное. Первый раз, друзья-то. Ой-ой-ой. Давайте-ка я в воду зайду. Сазаневич, друзья. Смотрите. Потяну-ка себе. Еще немного. Друзья, вот он, смотрите. Вот, смотрите, друзья. Вот, ну, заходи. Заходи. Вот, друзья, он зашел. Не знаю, как получилось заснять, друзья. Я сделал. Друзья. Смотрите. Друзья, смотрите, какой он здоровый. Я не знаю, как получилось у меня заснять. Нифига себе. Ноги все вон мокрые. Вообще вон. Носки вон, друзья, смотрите. О, выжимать можно. А пофигу, в воду ныряй, думаю, уплывет. И за удочкой. Ну и процесс важный. Не знаю, заснял, не заснял, друзья. Обидно, конечно, будет, если не заснял. Друзья, у меня до сих пор руки трясутся. Я в шоке, у меня первый раз такой. Короче, блин, извиняюсь, конечно, но у меня не получилось заснять. Вау. Я, короче, в шоке же есть. Я не знаю, насколько он потянет. Но он чуть-чуть забрал мою удочку. Смотрите, друзья. Это просто конь. Смотрите. Я в шоке, короче. Я стою. У меня вот так удочка стоит. Вот так. Короче, удочка стоит вот так. Сейчас отцеплю. Смотрите, друзья. За нижнюю губу крепко сел, но он еще чуть-чуть бы вот сошел. Фух.
Вот, смотрите, немножко раз, и он бы ушел. Фух, слава богу. Друзья, смотрите, бандура. Смотрите. Вот это да. Я в шоке. Это первый раз со мной такое, друзья. Я мечтал поймать сазана. Смотрите, а как я его вытягивал. Вы бы видели, друзья. Я думал, сойдет. Он удочку забирал. Удочку чуть-чуть. Смотрите, друзья. У меня эмоции. Я в шоке. Ну, не знаю, килограмм, наверное, на 6, на 7. Ну, как 8, может. Вообще, друзья. Я в шоке, отвечаю. Смотрите, какой красавчик. Смотрите. Вот он. Во. Смотрите. Вот он, здорово, коня. Во. Смотрите, друзья. Да, я это сделал. Хвала Всевышнему, друзья. Моя мечта сбылась. Я поймал сазана. Кукуруза сработала, друзья. Кукуруза не зря посадил. Две кукурузы. Да. Теперь куда-то его надо, чтобы он не утащил. Фух. Друзья, простите за такой смех, но я чуть удочку не утащил. Фу. Взял сегодня весы. Смотрите. Вот он. Взвешиваю. Не верю своим глазам, друзья, это случилось. 5200. Друзья, еще одна мечта сбылась в рыбалке. Хвала Всевышнему. Я так благодарен Всевышнему, друзья. Смотрите. Как-то так, руки до сих пор трясутся, дыхание сбито. Это был адреналин.